Американский Геттистен Институт опубликовал очередной обзор по теме преследования христиан в мусульманском мире, сообщает Седмица.ру. Доклад за июнь имеет всю ту же цель, что и любой из этой серии – документально подтвердить хронический характер мусульманских гонений на христиан и показать, что причина систематических преследований коренится в мировоззрении, вдохновленном шариатом. Примеров таких преследований множество. В Сирии террорист-смертник подорвал себя рядом с церковью греческого прихода Девы Марии в христианском квартале Дамаска, в результате чего погибли 4 человека, несколько получили ранения. Повстанцы уничтожили христианскую деревню Аль-Дувайр недалеко от Хомса, разрушили церковь. В нигерийском штате Борно 4 церкви были уничтожены боевиками Боко Харам. В Пакистане 16-летний христианин, отказавшийся от ислама, был похищен талибами. В Сомали 28-летнего христианина боевики Аль-Шабаб публично казнили за вероотступничество. Власти Газы закрыли 2 католических и 3 протестантских школы, последовав запрету со стороны Хамас, касающемуся совместного обучения христиан и мусульман. Эти и другие случаи, приведенные в докладе, имевшие место на разных континентах, связывает лишь одно – строгое следование законам шариата. И превосходство культуры, происходящее от них, лежат в основе мусульманских гонений на христиан в современном мире.